Проекты по трансформации тела создаются быстрее, чем участницы теряют в весе. Однако к некоторым из них организаторы относятся с особым трепетом и ответственностью. Так, проект «Богиня MyClub» призван изменить девушек не только внешне, но и внутренне. Во-первых, это мотивация. Мы все женщины, мы все любим подарки, мы все любим призы, мы все любим поощрение. Это приз. А во-вторых, проект – это соревновательный дух. То есть ты занимаешься в команде единомышленников и конкурируешь в какой-то степени. Допустим, кто-то опережает тебя, ты активируешь свои ресурсы и, естественно, стараешься либо догнать, либо опередить. Мы не ставим целью там проект по похудению, мы его так громко не называем, мы его называем именно преображение. Потому что приходят девушки с разными фигурами, то есть кто-то хочет именно в тонус тела привести. Некоторые девушки даже немножко мышечную массу набирают. Вот, и они, конечно, меняют. Для многих целью это именно общение. Это у нас чаты, переписки, там мы их вдохновляем. И обычно они потом так сдруживаются и дальше продолжают свое общение. То есть они приобретают помимо нового тела еще и новых друзей. Когда вот эта дружба, она выходит на какой-то другой план. Одна идея, она может покорить многие сердца, зажечь и распространиться по большему масштабу. Обязательным заключительным этапом проекта является фотосессия. Здесь девушки уже не в тренировочной форме, а в нарядах от стилиста с красивыми укладками и профессиональным макияжем. Вообще мы подготовили сегодня несколько площадок для фотосессии, порядка 5-7 фотозон для участников проекта. И всячески помогаем им. Здесь каждая из них видит себя другой, новой, я считаю, сногсшибательной, вообще уникальной, красивой в конце концов. И потом это память, допустим, когда ты устала от чего-то или стала лениться, ты открываешь, допустим, свой фотоальбом и смотришь, как все было замечательно, здорово, подпитываешься и идешь снова либо на проект, либо просто в клуб. Тренеры-наставники на протяжении всего проекта были на связи. Плотно поесть на ночь или перекусить пироженкой участницам не удавалось. Человек, когда сам купил абонемент и пошел в зал, он чаще всего придет 1-2 раза в неделю. Не каждый может себя заставить ходить, а тут у нас уже все, мы команда, мы пропускать не можем. Уже как-то кто-то пропустил тренировку, все-таки, что это такое с Ириной, где она, что там, с кем-то. То есть у нас нет, у нас уже все стабильность, ты уже идешь даже где-то не потренироваться, а пообщаться. Они принимают все, они вообще рады новому чему-то постоянно, новому оборудованию, новому направлению, тому, чего они не пробовали. Мы как-то пробовали степ-интервал поставить, несмотря на то, что они вообще на степе первый раз многие. Причины участия в таком проекте у всех разные. От необходимости кардинально изменить фигуру до испытания силы воли или просто приятного общения. Я посмотрела свои новогодние фотографии и думаю, боже, что это такое? Как второй подбородок. И что-то мне все это во мне не устраивало. И вот Анна Демина, руководитель, пригласила. А не хотите ли попробовать? То есть на тренировке это одно, а здесь полный комплекс, то есть и питание, и консультации, тренера. Во-первых, группа у нас, мы каждый за друг друга болеем, поддерживаем друг друга, особенно что касается питания. И результаты, определенно лучшие результаты. Мы сначала скидывали постоянно еду, то есть что кушали, мы фотографировали. У нас были дневники питания. Правда, я не все заполняла, но все равно велись. У нас каждый раз в неделю были домашние тренировки. То есть еще дома исполняли домашние. Там нам скидывали, предположим, по видео онлайн, и мы это все делали. И хоть победительница в каждом сезоне только одна, важнее всего не главный приз, а новое отражение в зеркале. А этим могут похвастаться все без исключения богини 4-го сезона.